Современная международная экономика не мыслит своего существования без постоянно развивающегося бизнеса. Рыночные отношения сегодня особо актуальны и требуют от производителей новых технологий и идей. Белорусский бизнес начал активно развиваться относительно недавно. Несмотря на это, руководство государства постоянно поддерживает новые инициативы. Для их популяризации необходимы не только денежные средства, но и опыт, которого начинающим предпринимателям иногда не хватает. Для того, чтобы молодые люди, выходя из стен университета, были подкованы и в этих вопросах, ведется активная работа в вузах на отдельных специальностях и факультетах. В настоящее время в нашей стране работает программа по привлечению иностранных специалистов для преподавания в вузах нашей страны, а также эта программа позволяет нашим преподавателям выезжать на стажировки в вузы за рубежом. В европейские вузы, в российские вузы. Нашим студентам это дает возможность пообщаться с преподавателями из другой академической среды, немножко другой по духу. Не все наши студенты имеют возможность выезжать за рубеж, но и, к сожалению, наши студенты не имеют возможности, не все имеют возможность стажироваться за рубежом в рамках программы Erasmus Mundus, или сейчас эта программа будет называться Erasmus Plus. Поэтому данная программа дает возможность нашим студентам получить элементы европейского образования. Сегодня гостем географического факультета Брестского государственного университета имени Пушкина стал профессор Венского института экономической педагогики Рихард Фортмюллер, который побывал уже в нескольких вузах республики с образовательными лекциями. Те знания и тот опыт, о которых говорил в рамках семинара профессор Фортмюллер, актуальны, а потому и интересны белорусским студентам. Развитие бизнеса имеет большое значение не только для самого предпринимателя, но и для государства. Для Беларуси особенно актуальны такие формы, как малый и средний бизнес. Именно они помогают выводить экономику государства на новый уровень. Семинары с австрийским профессором нам очень понравились. Они являются очень полезными и информативными. Мы получаем и расширяем ту базу знаний касательно бизнес-плана, которой у нас раньше не было. И благодаря этому у нас есть какая-то перспектива в дальнейшем. Мы можем открывать свой бизнес и делать это правильно. В рамках трехдневного образовательного форума молодые люди учились составлять собственные бизнес-планы, учитывая не только потребности общества, но и экономическую ситуацию и финансовые возможности. Руководство факультета уверено, что полученные студентами знания будут использованы ими в профессиональной деятельности.